иду назад сейчас. Это старший ответственный за сборку собачьих фекалий сегодня, Алексей. А ты представляешь? Энтузиаст, он друг собак. Он друг собак. Стой. Там лежит какое-то белое говно, такое ощущение. Вот. Это была бы удача. Давай, отправляйся. Если это оно. Да, ты знаешь, очень повезло. Белое говно, реально. Да. Видно издалека. Точно, точно. О. Я подожду, конечно. Да. Впервые-то за весь вечер. Тихо. Вот оно. Главное не спугнуть. Да. Что ты? Не спугнуть отдыхающих. Нет, делаем свое дело. Сейчас крошки. Подожди, на крошки. Да. Ну, все может набирать. Нет, птицы, может быть, скрыют. Справлюсь со всем. Грибам, грибницам. Унесли. Это второй день. Вот она, да? Ну, немножко подросла. Вот. Чудо. Да.